Всем привет, дорогие друзья, подписчики, зрители и просто многолетние люди. Вы на канале, и я Лего Про, и с вами, как всегда, я, Лего Про. Вы набрали 6 лайков, то есть сегодня снимаем стриминг, да. Вы набрали 6 лайк, прям секунда в секунду. Если бы вы не набрали 6 лайк до 8 часов, то я бы не снимал в субботу этот выпуск. Но вы набрали всем 59, 6 лайк поставили. Прикиньте, ребят, это 6. Это просто жесть, поэтому сегодня снимаем стриминг. Это число на стриминге будет коронное число 21.59. Ой, фу, 21. 19.59. Ну а мы приступаем смотреть субботний вечер с Лего Про. Поехали! Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Всем привет, дорогие друзья, подписчики, зрители и просто многолетние люди! Вы на канале Илья Лего Про, и с вами, как всегда, я, Лего Про, Свет. Причем тут свет, да при том, что надо свет включить, потому что освещение какое-то тусклое. Ну что ж, тогда нам надо... Свет включился. Посмотреть контрольную закупку оружия в субботнем вечере. Да, ребята, это субботний вечер, и у нас оружие. Как ни странно, да. Оружие этот калашников, тут есть типа пенал, он снимается, но не так настоящим калашникове. Я калашникове говорю. А в настоящем калаше не так снимается, как в настоящем калаше, но снимается. Видите, вот это не так, как я разбирал не раз калаш, и на время разбирал, вот так стрелять, типа эта штука, как всегда в китайских оружиях снимается. И патрон, он может стрелять. Вот, заряжаем, прицелимся, и ой, он опять выстрелил. Нам надо патрон. Ребята, я не знаю, что делать. Да, еще хочу попроверить, он стреляет или чипа-чип сумеет. Или вот эта лего-штука. Ну, давайте лего-штуку проверим. Лего-штука не засовывается даже. А чипа-чупс? Чупик засовывается, а? Чупик засовывается или нет? Не, не стреляет. Какой патрон? Ну, патрон опять залетел под телевизор. И что теперь делать? Доставать? Моя помощь нужна? Патрон достать? Хорошо. Ребятка, вы пока полюбуйтесь на этот китайский калаш, и я пойду патроны. Вот то что-то там проблемки какие-то. Ой, типа сами патроны не могли достать. Достал патрон, рабочие никакие. Патроны не достали, ну пришлось все самому делать, ладно. Ну короче, такой калаш. Давайте я покажу вам, как он сам по себе стреляет. Вот сейчас я хочу выстрелить в стенку, например. Кто-то мне поддержит рюкзак к стенке или нет? Ой, эти китайские оружия. Как они меня бесят. Слава богу. Так, жалко, у нас тут гвоздика нигде нет. У меня рюкзак, его сюда повесили. Но, увы, гвоздика нет. Ладно, сейчас куда-то в другое место выстрелим, давайте. Вот, например, вон туда. Ну что, готовы? Прицел. Так-так-так, мы стреляем сейчас в стену. Готовы? Прицел, я прицелился и выстрелили. Патрон улетел, сейчас патрон достану. Патрон достал. И теперь давайте выстрелим в рюкзак, который там валяется. Сейчас я его в рюкзак вот так положу. Здесь видно на камере его, все четко, ясно. Все нормально. Видно рюкзак, да? Рюкзак видно. И мы сейчас в того котика. Прости, котик, но мне жалко тебя. Уж не надо в того котика, ребята, стрелять. А? Блин. Только ради обзора. Прости, котик. Не видно было на камере, попало оно или нет, поэтому сейчас перестрелим. Если патрон за диван не закатился. Патрон за диван закатился, а? Ладно, все равно, попало ж? Попало? Да. Что-что? Попало? Понятно. Хорошо, вроде говорят, попало. У всех спросил, все говорят, попало. Ну, судья, посудили. Ну, как-то так. Еще, кстати, хочу показать вам такие штуки, которые очень красиво ставить на полочке. Сейчас я их соберу, эти штуки. Это набор Enlightened Brick. У меня был на него обзорчик. Он очень классный.
И также комбинируются фигурки. Но я всегда говорю, Enlightened Brick лучше не бывает. Просто лучше не бывает. Ой, голова, где же она делась? Это голова, голова, она где делась, она? Да, вот такой, кстати, робот там был, там еще второй был, робот-дикарь, робот-горилла. И такой он со своим бластером, такое тело повернул, такой, о, ма. И вот эта фигурка, давай доставайся, она тоже вся разобралась. Сейчас мы ее соберем, починим, и все будет нормально. А, я не помню, как она выглядит. Ё-моё, блин. Знаешь, вроде без клыков, клыки это не от нее, да? Я не помню, там еще клыки лежали, бриковские лежали. Я не помню, это клыки от него? Или от него, или от него. Ребята, кто следит за моим каналом, помнит, напишите... Сейчас так мне мысленно телепортируйте, от него клыки или нет? От него или нет? От него или нет? Нет, не от него, тогда я выбрал. Надеюсь, ваша телепатия мне помогла. Конечно, это телепатия, все ложь. Что это? Да как то что там щит? Так, пальцы. Деталей не хватает. Чёрт. Клыки, где вы детали делите? А, ладно, будет без деталей пусть. Ну там у меня капец-то креслик Гармыда творится с этим лего. Там ничего не найдешь. Ну все, собрал. И как-то так их можно поставить на полку. Будет красиво, здорово и весело. Ну, роботы, приступаем с этой игры. Ребята, всем пока с этим обзором. А мы приступаем смотреть игры. Я пошел. Ой, ноги отекли. Ребятишки и ребятулечки, я переключился на игру, и вы видите необычный скин. Потому что я взял, купил новый скин за 100 игровых монет. Да, пришлось заплатить 200, потому что первый раз залагало, и скин пропал. Но сейчас вроде вот уже появился, да. И мы играем по обычному нашему варианту. Только с новой машинкой. Так, давайте я звук еще включу, я хочу со звуком поиграть. Ребята, я переключился на игру, тут какая-то еще реклама звучит непонятная, но мы играем. Слышите, как машина гудит? Вау! Вот это монстр. И наша цель сегодня найти гараж. Обычная цель, просто найти гараж, да. У нас, я хочу третью цель добавить. Какую-то в игру. Потому что произошла обнова, вот это. Видите, на бровку можно чуть-чуть заехать. Да, но вот эта обнова меня... Говорят, можно добавлять... Какая-то музыка разная, разные эти штуки в игре. Так, я хочу мост найти. А, мост там, мост недалеко. Так, только нам надо, если хотеть посмотреть на мост, то надо в ту сторону, да? Да, вон такой мост, ребята. Ну, мы сейчас до ночи покатаемся, и я за кадром найду дом, и будем заканчивать стрим. Потому что он сегодня должен быть, я вам говорю сразу, коротенький. Но интереснее. Не забывайте, мы сегодня оружие посмотрели. И новая обнова в игре, то, что довольно классно и раритетно. Да. Ребята, едет поезд и закрылся шлагбаум. Да, он долго будет еще ехать. Все, сейчас должен открыться шлагбаум. И мы поедем. Поехали. Вот так все. А что такси стоит? Поехали. Прости, такси, но тут полосочки. А, все, ночь. Я полицейский участок. Мы смотрим на полицейский участок, и я ищу гараж за кадром. Поехали. Ребята, включаю кадр, потому что я нашел гараж. Ура! Опять до восхода успел. Это классно. Это же он. Да, это наш гараж. Такая победительная музычка. И наша машина въезжает в наш гараж. Вау, так задом. Фирме. И передом развернулась. Вот так. Ребята, вот так мы и прошли игру. Если вам понравился этот видос, поддержите его большим лайком, комментарием. Ну и всем удачи и пока-пока. А также подпишитесь на страничку ВК. Не забудьте поставить лайк и посоветовать мое видео кому-то другому. Ну и всем удачи и пока-пока. До скорых встреч.